Добрый вечер, дорогие друзья. Приглашаем вас в Астрахань. На стадион имени Александра Ивановича Колосова, где сегодня нас ждет весьма любопытный матч в рамках Леон первенства России среди команд второй лиги в дивизионе Б. Встречаются местный клуб Астрахань и Ангушт из Назрани. Ну вот и стартовал этот матч. Состав гостей: Гелани Хаштыров, первый номер, Ахмет Абубакаров, 95-й. Мурат Гаджимагомедов, 33-й. Ну, эти потери, я думаю, компенсированы. Едапин немного неосмотрительно вышел. Ну и Алиев едва его не наказал. Бекан Алиев играл за Ангушт еще до того, как команда потеряла правого полузащитника. Вот Воротников скидывает. Хаштыров своевременно выходит. Забирает мяч. Илья Воротников. Девченков, воспитанник астраханского футбола, вернулся в родной город. И момент у Пачо! Ой-ой-ой-ой-ой! Пачо! Выгоднейшая ситуация у экс-камерунца, гражданина России. Но мяч летит выше цели. Ну а пока момент у Ангушта. Удар из предела штрафной. Едапин отбивает. Что, друзья, это у нас второй удар в створ. Налево. Абубакаров. Штрафной заброс. Едапин не вышел. Гол! Бекан Алиев забивает свой 10-й мяч в этом сезоне. Классная комбинация Ангушта. Прерывает безголевую серию Ангушта, которая составляла, ну, давайте посчитаем, 360 минут плюс 70, да? 430 минут. Алисхан Ахильгов. Удар. Этот удар больше тактический, да? Пока мяч улетит, пока его вернут. Ангушт, скорее всего, по праву, да, побеждает в этой встрече. И увозит 3 очка из Астрахани. Поздравляем команду из Ингушетии с этой заслуженной победой. Ну, Астрахани придется поработать над ошибками.